Ребята, всем привет! Сегодня мы опять находимся в Жуков гараже, и я вам хочу показать очередной шедевр от этого тюнинг-ателье. Перед нами Шерп Про. Вот такая интересная машина. И как вы можете видеть, к нему еще идет прицеп. Прицеп тоже изготавливается на заводе Шерп. В принципе, там его тоже можно заказать дополнительно. Ну что ж, давайте перейдем к машине и посмотрим, что на ней было сделано. Начнем сначала. И вначале у нас 4 цвета Раптор. Камуфляж 4 цвета. Вот такой красавец. Далее идем, смотрим. Лебедка. Знаете, что это такое? Это подножка, ребят. А почему она тут? Да потому что дверь на вездеходе открывается в бок. Вот так она сделана. Встаем. Встаем на ступеньку и заходим в машину спокойно. Нравится, годно. Молодцы. Далее ступенька вот так вот поднимается и на магните фиксируется. Все, никуда не денется теперь. Противотуманки дорожной серии Rigid. Очень всем рекомендую такие иметь, потому что штатные фары дают очень сильную засветку. И когда идет снегопад, пруга, метель, ничего не видно. Эти фары дают очень узкий луч. И он как бы пробивает вот этот вот снежную эту пыль. И хоть как-то можно двигаться. Rigid люстра. Ридик противотуманка и ридик боковой свет. А также задний свет тоже у нас ридик. Здорово. Установлены боковые камеры. Лево, право, зад. Окна в кунге. Установлен багажник. Вот мы видим сейчас его лестницу. Оп. Достаточно удобно забираться. Также боковой свет ридик. С боков багажник съемный, свет тоже можно отцепить. Ставшая уже классикой защита. Днище модульное, перед, середина, зад. Нас она не раз выручала. Я думаю, послужит добрую службу и хозяевам этого вездехода. Непривычно. Здесь сбоку тросик. Непривычно. Опустим ступеньку, надо чуть посильнее стукнуть, и она откроется. Хоп, забираемся в вездеход. Смотрите, везде коврики. Какие-то коврики, какие-то корабельные, модные. На улице, ребят, 28 градусов. Ну что ж, здесь у нас установлена радиостанция, камера заднего бокового вида. Ну, вот стандартная панель. Ну, стандартная для Жуков гараж. Это вот панель, которая устанавливается, которая также стоит и на нашем вездеходе. Здесь установлен яхтенный люк. Ребята, яхтенный люк установлен, который можно приоткрыть. А можно закрыть вот так вот. Ну да, яхтенный люк вот можно на проветривание поставить и зафиксировать его. То есть будет маленькая щелочка, которая будет приоткрыта. Ну, это яхтенные плюшки все, 100%. На панельчике лампочки, сигнализаторы уже. Жуков гараж молодцы, все совершенствует свою панель. Она становится красивее и красивее. Значит, установлен Garmin 276. Я бы очень рекомендовал еще дополнительно поставить, вот как у нас стоит Samsung Active. Планшет, на который загружаются тоже карты. Дело в том, что на него можно загрузить любые карты региона, где вы будете путешествовать. Это будет либо спутники, либо еще что-то. Ну, то есть любые карты абсолютно. Как это сделать, можно посмотреть у нас на канале, набрав на YouTube Герасим карты, запрос поисковый. И вы увидите это видео.
Значит, ребят, это что касаемо навигации. Ну ладно, не будем отвлекаться. Далее у нас, я вижу, нестандартное стекло. Оно увеличенного размера. Стекло увеличено. По высоте поднята здесь крыша. В ней попросторнее. В ней все равно попросторнее. Конечно, не так, как в Максе, но хорошо. Установлены кулометры. Вот я вижу, один кулометр обслуживает сервисные аккумуляторы. Здесь 200 ампер-часов LiFePO 4 от Vista Battery. Такие же аккумуляторы, как и у нас, используются, которые показали себя с наилучшей стороны. И сервисный аккумулятор 20 ампер-часов. Вкупе с суперконденсатором его предостаточно. И будет служить тоже верой и правдой и выручать в различных ситуациях. Значит, смотрим по Кунгу. Вот такие спальные места. Эти же места раскладываются и можно сделать спальное сплошное, то есть чтобы спать поперек машины. Эти же места можно установить так, чтобы можно было ехать лицом вперед. В общем, функционал хороший. Здесь у нас окна. На таку глухарей смотреть. Молли. Правильно установленные молли стоят. Это хорошо. Потому что вот молли на этом борту, оно чуть-чуть крадет, когда подсумки или что-то вешаешь, оно крадет расстояние вот это и как бы немножечко некомфортно. Вот здесь вот у нас все сумки висят, все это прям замечательно работает. Люк в Кунге установлен от Жука в гараж. Также в вездеходе установлена масляная ванна и усиленный вал, который выходит из коробки. И это хорошо. Машина будет проживать где-то по месту. И у нее также присутствует прицеп, который можно заказать также на заводе Шерп. Но у прицепа сделан свой свет. То есть габаритные огни, стопы, повороты, наверное. Также установлена новая подножка, которая фиксируется магнитом для того, чтобы вылазить, залазить с вездехода. Весь пол в ковриках, что, кстати, прибавило шумоизоляции. Для машины стало гораздо комфортнее в машине ездить. Везде вот такие вот грузовые реечки стоят. Достаточно удобные, чтобы на них раскреплять груз можно было. В общем, как-то их использовать. Пошиты матрасы. Шторки. Передняя шторка. Задняя шторка на стекле, что очень актуально на крайних северах летом, потому что постоянно день он, конечно, тоже напрягает. Ребят, ну что ж, вроде бы вот это вот и все. Давайте пробежимся вокруг машины. Наверное, может быть, что-то и забыл. Обязательно, потому что перечень услуг, которые оказывает Жуков гараж, он настолько огромен, что его сами жуковцы, наверное, даже толком не знают. Ну и, в принципе, он ничем не ограничен. Ограничен вашим желаниями и возможностями. А, кстати, вот вижу сразу инвертор стоит в машине. 220 вольт. Тоже замечательно. Ну, весь салон обшит, перетянут. Это я уже даже по умолчанию не говорю об этом. Потому что, ну, куда деваться? По-другому-то и быть не может. Вот это все пространство, оно прям закрывается. Видите, вот там вот спинки еще. Оно вот здесь закрывается. Вот там вот все. Полностью весь Кунг становится все площадка для сна. То есть здесь можно вообще в барске развалиться и отдыхать. Ну что ж, ребят, на этом наш обзор всего вездехода заканчивается. Спасибо большое за внимание. Спасибо Жуков гаражу за новые идеи. Спасибо хозяевам этого вездехода за то, что они берут на вооружение наши проверенные идеи, доделки, доработки. Это правильно. Всем спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Удачи!